Всем привет, дорогие друзья! Получил я новую колонку Bang SE от компании Transmart. По заявлению производителя, она имеет мощность в 40 Вт, защиту от воды IP6 и время работы до 24 часов. Поставляется колонка в фирменном коробке. И для начала рассмотрим комплектацию. В комплекте имеем AUX-кабель с двумя мини-джеками, кабель зарядки Type-C, гарантийную карту и описание функции Sound Pulse. Инструкция очень хорошая, визуально все можно понять, и есть описание на русском языке. Также в комплекте есть ремешок, с помощью которого можно повесить колонку на плечо. Сама колонка выглядит очень достойно. Корпус изготовлен из пластика хорошего качества. Качество сборки на высоком уровне. Органы управления рельефные, изготовлены из резины. Пальцами ощущаются хорошо. На ручке выдавлено название бренда. Спереди колонки металлическая сетка с нанесенным названием компании. Под сеткой скрываются два широкополосных динамика по 25 Вт, а по бокам имеются пассивные излучатели для усиления баса. Снизу имеем две круглые вставки, благодаря которым колонка не скользит по столу при воспроизведении музыки. Сзади под резиновой заглушкой скрываются разъемы. Это кнопка сброса, разъем USB для подключения флешки. И также он выполняет функцию пауэрбанка и способен выдать ток до 1 ампера. Разъем зарядки Type-C, вход AUX и разъем для карты памяти microSD. К ушкам колонки ремень подсоединяется очень быстро, благодаря карабинам, и в таком состоянии колонку можно повесить на плечо. Из органов управления имеем кнопку включения-выключения, кнопка активации функции Sound Pulse, кнопки регулировки громкости, а ниже переключения треков, подключение стереопары и управление RGB подсветкой. За что еще отвечают кнопки, можно почитать в инструкции. После включения наблюдаем, как колонка заморгала своими глазами разными цветами. Подсвечиваются также и пассивные излучатели. Смотрится очень красиво. Подсветка имеет три режима. Это мигающий с переключением цветов, плавно затухающий и затухание каждого глаза по очередности. Кстати, весит колонка целых 2 килограмма 87 грамм, что немало. Из характеристик интересная. Версия Bluetooth 5.3, SBC аудиокодек, защита от воды IP6, то есть колонка защищена от брызг воды и идеально подходит для отдыха на природе. Выходная мощность 40 Вт, диапазон частот от 60 Гц до 20 кГц. Суммарная емкость аккумулятора 8000 мАч. Время воспроизведения до 24 часов на 50% громкости. Немного, конечно, с этим преувеличили. Подключаюсь к колонке по Bluetooth и послушаем, как она звучит. Thank you.
Звучит колонка Bang SE очень достойно, низкие частоты мощные, середина с неплохой обработкой, и что удивило, так это как приятно звучат высокие частоты, а с помощью функции Sound Pulse можно улучшить качество звука, звук становится более объемным. Что мне не понравилось, приложение от Tronsmart не поддерживает данную колонку, и подстроить эквалайзер под себя не удастся, благо есть функция Sound Pulse. А теперь послушаем, как звучит колонка Bang SE по сравнению с колонкой Hello 100. Ну что ж, по громкости колонки почти равны. На Hello 100 более мощный бас, но и Bang SE в определенных частотах превосходит Hello 100. По звучанию золотая середина. В целом, колонкой я очень доволен, выглядит и звучит она достойно. Заряда аккумулятора хватает на долгое время, она просто создана, чтобы брать ее на природу. Имеется защита от воды IP6 и удобный ремешок. Ну и также в наличии функция повербанка. От себя я, конечно же, рекомендую данную колонку к приобретению, ссылка будет в описании. Не пожалейте лайка для этого ролика и оценки колонки в комментариях, ну и на канал подпишитесь, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр, всем я желаю удачи и мирного неба. Пока! We'll be right back.